Ландшафтный проект «Хвойные горки» был основан в 2010 году в дальнем углу аптекарского огорода. Прямо за забором стоят многоэтажные дома, а в гуще деревьев поют соловьи. На холмах высажены разнообразные виды хвойных деревьев. Поражает разнообразие хвойных растений, которые здесь представлены. Место очень солнечное. Прогуляться под солнцем летним днем, как по лесу, вдохнуть аромат хвои и наблюдать всю красоту этого места.